Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будублог.ру, Макивара.ру, Докторшилов.ком и так далее. Также своих каналов в Инстаграме и на Ютубе. Я везде под своим, под собственным именем, так что меня найти легко. Набираете в любой соцсети, в любом видеохостинге и где-то еще Михаил Шилов. Ну, я не один Михаил Шилов на белом свете, но, как правило, я бываю в первом топе в десятке. А может, если вы набрать еще там карате или ММА, и все. И вы на меня попадаете со 100% вероятностью. Итак, гамбит. Гамбит в боевых искусствах. Ну, я назвал в карате, но можно сказать в боевых искусствах. Гамбит – термин шахматный, да? Знаете, что значит? Ну, я думаю, что многие знают. Благодаря в том числе и такому фильму, который назывался и называется там, «Турецкий гамбит». Ну, это не фильм, это рассказ, это художественное произведение литературное Бориса, значит, Чхартышвили, Акунина. Вот. Или, вернее, его не Борис зовут, наверное, да? Михаил Чхартышвили. Я не помню точно. Вот. Ну, Борис Акунина, Бориса. Вот. Гамбит. Гамбит – это такой хитрый прием. Хитрый, без кавычек. Действительно хитрый. Когда происходит жертва. То есть, жертвуется фигура. Ну, как правило, принято подразумевать, что жертвуется фигура для того, чтобы получить либо преимущество в темпе, значит, либо преимущество позиционное, либо вообще для того, чтобы как можно быстрее завершить свою партию, чтобы завлечь противника в какую-то ловушку и поставить ему мат, получить над ним фатальные для противника преимущества. Вот. Вот такая как бы тема. Как правило, связана с жертвой фигуры. Вот почему я заговорил про гамбит в боевых искусствах. Здесь можно провести, значит, аналогию по поводу того, что мы можем часто для того, чтобы достичь главной стратегической задачи, применить такое тактическое действие, как сам чем-то пожертвовать. Якобы. Вот важно понимать, якобы пожертвовать. Хотя жертва зачастую может быть реально ощутима. Ну, давайте я приведу вот банальный пример. Допустим, что человек, значит, практикуя карате, занимается долгое время подготовкой рук, закалкой ударных поверхностей, постановкой мощного, значит, удара и реально обладает этими всеми преимуществами. То есть у него реально удар как из пушки, что демонстрируется в тамишеваре, он разбивает глыбы, бейсбольные биты и так далее. То есть в определенной ситуации, если это будет удобно, то есть если противник будет находиться в вынужденном каком-то положении, будет лишен практически маневра, то можно нанести по нему такой сокрушительный удар, который, в принципе, практически в любую точку тела очень сильно потрясет самки противника и даст адепту боевых искусств, который идет, который вот, обладает такой сокрушительной техникой, возможность эту технику применить. Предположим, это какой-нибудь лифт какой-нибудь, или лестничная клетка, или тамбур подъезда, или что-то там еще. Ну, в общем, короче говоря, где пространство ограничено, где можно нормально занять, в общем-то, по сути, боевую стойку и нанести сокрушительной силы удар. Единственный момент, да, противник будет оказывать все равно какого-то рода сопротивление, да? То есть все будет оказывать защитные действия. Так вот, для того, чтобы он защитных действий не оказывал, надо, чтобы он что делал? Чтобы он делал действия атакующие. То есть тут здесь остается ситуация пойти с противником в размен. То есть обменяться с ним ударами. То есть предполагая, что собственное оружие в разы мощнее, то есть у меня в кармане гаубица, а у противника пневматический пистолет, можно с большой степенью вероятности одержать победу, можно пойти с ним в размен. То есть получить от противника удар и тут же вернуть ему свой, который в несколько раз сильнее, мощнее и разрушительней. Смотрите,
значит, проводились, значит, и проводятся такие соревнования, которые называются панчер. Проводятся они на специальных силомерах. Это мешок такой, на котором можно померить силу приема. И раньше это как проводилось? Люди били разными частями тела со всей силы, кто нанесет удары мощнее, кто больше покажет, как они там отмерили в эквиваленте на килограммы, на КГС, на ньютоны, я не знаю, единицы там могут быть разные, но, в общем, мерили силу, приведенную к определенным единицам. В ньютонах, по-моему, не мерили, все сводилось к эквиваленту на килограммы. Вот. То есть на килограмм силы, я так понимаю, скорее всего, как-то это приводилось. Вот. И, значит, а потом решили разнообразить немножко это соревнование. Там стали бить и ногами, и локтями, и в разных весовых категориях. Еще такую тему затеяли, как бить на время. То есть, когда наносится несколько там ударов, сколько хочешь, на протяжении какого-то времени. То есть нужно быстро нанести, предположим, серию там ударов за 5 или за 10 секунд, и потом измеряется, кто же больше внес. И вот, собственно говоря, тактику применяли люди разные. Кто-то бил пореже, но посильней, кто-то выдавал просто град ударов, и потом измерялось, сколько за эти 10 секунд они там сумели суммарно занести. Так вот, понимаете, были люди, которые били не очень часто, но настолько сокрушительно, что ударив в два раза меньше, чем бил их оппонент, прям град ударов, где каждый там удар достигал 200 килограмм, условно говоря, выдавали они за 10 секунд, предположим, 10 или даже больше там ударов. То есть суммарно там в районе 2 тонн было. А другой бил реже, да, бил, предположим, каждый там удар чуть ли не по 600, а наносил их всего лишь 5, понимаете? И получалось 3 тонны, да, он сам заносил. То есть получается в размене большую массу, как говорится, заносил тот, кто вот бил самки сильней. И знаете, я что хочу сказать? Это имеет некие права на жизнь, потому что, конечно, когда наступает ситуация самки размена, а вы еще умеете, предположим, хорошо держать удар, и удар противника слабей, и он не может в тактике реализоваться таким образом, чтобы нанести вам удар в уязвимую часть самки тела, потому что места мало. То есть для того, чтобы хорошо точно куда-то попасть, зачастую наоборот нужно место, потому что удар точный нужно хорошо подготовить. Предположим, в лифте то же самое. Если бы он нанес вам удар в челюсть, то он бы вырубил бы и 200 килограммами, и даже 100 килограммами запросто. Но так как вы преимущественно будете закрывать голову в лифте и пах, то есть разворачиваясь в полоборота, то ему останется бить, в общем, только по корпусу. А удар такой силы вы можете, в общем-то, выдержать. И даже не там один удар, а даже серию целых таких ударов. Но сами вы обладаете гораздо больше силы приема. И, предположим, ваш оппонент тоже получает от вас удары. Но если у него каждый удар 200 килограмм, а ваш 500, то после того, как вы с ним разменяетесь по паре приемов, скорее всего, он уже не сможет продолжать. Если вы ему в грудную клетку всадите 500, а он вам 200, то, или в живот, то, возможно, вы выдержите его на атаку, а он вашу уже нет. Поэтому здесь тот самый момент, когда сила приема и прочность ударных поверхностей много что решает. И вот здесь получается такой гамбит, да? То есть мы подставляемся противнику под удар для того, чтобы он раскрылся в своей технике. Потому что самый уязвимый момент для противника, да, это когда либо перед ударом его, либо в момент нанесения приема, когда он не готов держать удар, когда он и ментально, и физически направлен весь на то, чтобы наносить собственную технику. Вот. Таким образом это все дело выглядит. Вот такого рода гамбит. Это вообще прямой такой, физический, непосредственно, да? То есть жертвуем чем-то для того, чтобы получить определенного рода преимущество. В общем-то, на самом деле, это можно видеть не только в карате. Это можно видеть и в боксе. Вот. А потом, понимаете, гамбит может выглядеть и иначе.
Например, возьмем тот же самый бокс, вспомним некоторые бои Мухаммеда, значит, Гали, когда он реально подставлялся под град ударов, якобы подставлялся под град ударов, маневрируя, какие-то удары принимая на себя, но принимая таким образом, чтобы они не наносили ему сокрушительный, скажем так, ущерб. И сам ничего при этом не наносил, да? Вот. Также иногда ведет бой Мейвезер. Ну, он, конечно, ничего не подставляет, он просто прекрасно защищается. Но видите, с точки зрения как бы активности и доминирования, он проигрывает. То есть он реально проигрывает. И если бы так бы все время шло бы до конца, предположим, всего боя, то победу, скорее всего, поддали бы противнику, который был более динамичен, активен и так далее. Да? Вот. Но, тем не менее, что получается? Противник изматывается, нанося огромное количество, значит, ударов, он просто выматывается, теряет там, дыхание, теряет темп, и тогда в какой-то момент просто происходит перехват инициативы. Ну, просто это и так иносказательная фраза, и настолько это просто, особенно когда встречаются мастера высокого класса, все это сложно, на самом деле, наоборот. Вот. Но, тем не менее... То есть происходит перехват инициативы и все. То есть человек жертвует темпом боя, жертвует тем, что в пассивном состоянии как бы находится. То есть отдает полностью преимущество для развития там, противника, но в самом деле контролирует ситуацию полностью, изматывая противника. В этом тоже заключается стратегия гамбита. Да? Еще раз я напоминаю для тех, кто только сам зашел и смотрит эфир, что такое гамбит. Шахматный термин, пришел из шахмат, который обозначает, если так вот вообще просто выразиться, то, что можно чем-то пожертвовать, ну, там обычно фигурой, для того, чтобы получить какое-то преимущество, которое даст шанс на выигрыш гораздо больше. То есть это обман, это хитрый тактический прием, который позволяет выиграть противника, обмануть его, завлечь в ловушку, дать ему понять, что противник получает якобы какие-то преференции, преимущества, что сейчас у него все получится, вот он уже прямо на грани, что называется, самой выигрыша, и в этот момент ему наносится поражение. Или даже не в этот самый момент, он может достаточно долго не понимать, что его в ловушку затягивали. И в какой-то момент он все-таки успевает, возможно, понять, что он был так обманут. Но уже поздно. Вот. Интересно. Так, спасибо за хорошую информацию, хорошее видео. Михаил, спасибо вам за отзывы. Мне это тоже нравится, когда мы вот так вот общаться можем. В прямом эфире, когда вы что-то пишете, я хотел бы попросить вас, друзья, написать свои варианты гамбита, то есть придумать, смоделировать или вспомнить из своей жизни какие-то варианты, когда вам, значит, удавалось применять такую штуку, как гамбит. Я хочу сказать, что такая штука применяется зачастую и в жизни. И выглядит она следующим образом. Например, если человек занимается боевыми искусствами серьезно, очень, будь он большой или маленький, особенно если маленький, его стратегическое преимущество заключается именно во владении этими боевыми искусствами. И не дать понять противнику, что у вас эти знания есть, это величайшее дело вообще. То есть, если вдруг дело доходит до реального конфликта и противостояния, самый лучший вариант гамбита – это психологически, внешне и физически в виде своих действий. Не показывать оппоненту ни в коем случае, что у вас есть хороший, значит, опыт в боевых искусствах. Потому что это противника сразу насторожит, и он будет уже готов к гораздо более серьезному сопротивлению, к серьезной там атаке, к серьезной защите. И, соответственно, у него не будет желания, что называется, поставить вам так называемый детский мат. Вот. Особенно это касается девушек или ребят, которые не,
внешне не обладают какими-то выдающимися кондициями. То есть они представляют внешне для противника вроде бы, казалось бы, легкую мишень. И разубеждать противника, если дело дошло до драки, в общем-то, не надо. Это нужно было, предположим, делать гораздо раньше. Как говорится, если ты ведешь уверенно себя, то ты не представляешь из себя жертву, а противник не будет атаковать. Я вас уверяю, что девушка, как бы она себя не вела бы смело, там, уверенно, или там молодой человек, который весит 42 килограмма и ростом 1,60 м, как бы он себя смело не вел, он для хулигана в любом случае будет представлять, ну, казаться, по крайней мере, будет довольно легкой добычей. И поэтому... Наоборот, не надо пытаться противника разубеждать. Не, то есть не надо, конечно, вести себя забито перед конфликтом. Потому что такое вообще привлекает. Но если дело дошло до открытого противостояния, не нужно пытаться принимать сразу какую-то боевую стойку там и что-то там еще. Нет. Наоборот, все делается с опущенных рук, неожиданно. То есть гамбит заключается в данной ситуации в том, что противник совсем не ждет от вас что-либо серьезного. В общем-то, на самом деле, это же сам и касается и крупных ребят. То есть, понимаете, если вы крупный подкачанный человек, то от вас уличные шпана, особенно которая умеет реально сам драться, все-таки она к вам будет относиться слегка настороженно. Ну что, большой, крупный, поймает, раздавит. Если донесет кулак до лица, то может и вырубить, и все. И вот здесь, как говорится, включаете медведя. Неуклюжего, медленного, с растопыренными руками, расставленными широко ногами. Ну, в меру, конечно, понимая, куда может атака в первую очередь быть. Неловкие движения. И вся скорость и сила включается только непосредственно тогда, когда вы готовы нанести противнику сокрушительную технику. Это реально работает. То есть противник не настолько серьезно воспринимает. Ага, большой. Чем больше шкаф, тем громче падает. А двигаться-то не умеет, лошара. Все, давайте сейчас его будем месить. И он попадается в ловушку. В этом заключается гамбит. Для тех, кто владеет кабудо или носит с собой скрытое малый вид оружия какой-то, типа явар, кастета или что-то еще. Если доходит до серьезной ситуации, когда подобный вид оружия должен быть применен, не надо это демонстрировать. Извлекать из кармана кастет, демонстративно надевать его на руку или доставать явары, принимать какую-то боевую позицию. Понимаете, это настораживает. Противник, увидев кастет у вас в руках, может достать нож. Или поднять палку, или взять камень, или достать травматический пистолет и так далее. Вот пишет Стэнли. До этого я не знал, как это называется. Я просто называл отдать сами пузо и взять голову. Очень много раз это проворачивал. Вот, как раз человек пишет, я не знал, как это называется. Ну да. Вот, действительно, подставил одно, отдал пузо. И взял голову, противник бьет по животу, в этот момент он раскрывается, бьете его по голове, да, что называется. Но это я говорю, это не работает так просто на соревнованиях и в ринге. Мы говорим больше о прикладном таком поединке, когда дело доходит до конфликта и открытого противостояния. То есть, когда идет не поединок спортивный, а драка. Вот так вот. Больше на это расчет как бы идет. Ну так вот, скрытый вид оружия. Не надо его доставать, не надо показывать, что оно у вас есть, ни в коем случае. То есть засунули руку в карман, взяли явару и не вынимаете руку там из кармана. Либо вынимаете, вставив в полоборота, чтобы рука была более-менее за спиной. Причем не напрягала противника, потому что когда вы демонстративно руку за спину засовываете, он тоже напрягается, думая, что вы тянетесь либо к ножным каким-то, которые у вас там сзади на поясе находятся, либо к кобуре. Ну, понятно, да, идея? Вот. Поэтому не поступать подобным образом. То же самое и кастета или что-то еще. Извлечение происходит в тот самый момент, когда уже происходит атака. Противник начинает вас атаковать, и тогда вы в рамках защиты наносите неожиданную сокрушительную технику этим малым оружием, либо защитную технику. Вот.
В этом тоже заключается самки гамбит, один из вариантов. То есть, видите, на самом деле гамбитов как таковых есть вариантов несколько. Их можно на самом деле вот так вот намоделировать довольно много. Так вот, я вам и предлагаю тоже в рамках обсуждения вот, написать свои варианты, как это может выглядеть. Вот. Смотрите, еще какой есть сам вариант. Это вот уже такая схема довольно мастерская. Ну и она, опять же, связана с оружием. Предположим, у вас есть в руках какое-то дальномерное, скажем так, оружие. Ну, в смысле, длинное, типа палка. А вы не особо владеете хорошо ей. Просто ее подняли в целях самозащиты. Так вот, иной раз, возможно, выгодно в эту палку противнику отдать и в момент передачи ее, значит, нанести сокрушительную технику. То есть противник будет уверен, что он вас, ну, обезоруживает. То есть вы заведомо, если вы не владеете хорошо палкой, да, вы наносите ей удар так, чтобы противник за эту палку захватился. Чтобы он понял, что он сейчас ей реально завладеет. То есть бьете его не резко, не быстро, не сильно, сверху, по вполне читаемой какой-то самки траектории. Противник концентрируется на том, что он будет защищаться, сейчас от нее поднимает в защиту, причем правильно защищается, поднимает, и с уходом с линии, в том числе атаки, это может происходить. Руки вверх, движется одновременно на вас, чтобы сократить самки рычаг удара. Вы к этому готовы и наносите ему удар коленом в пах или кингери, или это самое, ну, ботинка там, ну, носком в коленную чашечку. Все, то есть заведомо ему передавая, скажем так, оружие, вы полностью концентрируете внимание противника на том, что он уже готовится им самозавладеть, ну, перехватить его. То есть вы ему его отдаете, как эстафетную палочку, но в то же время это и есть ваш гамбит, вы обманываете его. И таких вариантов может быть достаточно большое количество. Друзья, я дальше не буду вам набрасывать вот сейчас эти ситуации. Я думаю, что я идею хорошо донес до вас. Если она вам показалась интересной, то давайте обсудим ее дальше уже в комментариях. Был рад всех увидеть. Всем пока. Я на тренировочку. У меня сегодня тренировка по боксу. Пока.